Только что узнал, что в России на меня завели уголовное дело за внимание оправдание украинского терроризма по совершенно надуманному абсурдному поводу за войс, который я записал несколько лет назад, задолго до войны, с исполнением песни Ореста Лютого. Тогда же, когда этот войс был записан, сторонники мужского государства и Позднякова начали строчить на меня доносы в Следственный комитет с требованием завести уголовное дело. И вот сегодня, спустя несколько лет, Следственный комитет решил обратиться к этим доносам, чтобы избавиться от неудобного политического голоса. Я не очень сильно переживаю за себя, гораздо больше переживаю за Россию, потому что это беда, которая происходит не только со мной, это беда, которая происходит с Россией. Это полностью выхолачивает смысл слова терроризм, это полностью выхолачивает смысл уголовного преследования. В общем, в очередной раз унижает и российскую государственность, и российское право, которого давно нет, да, но унизить его все равно каждый раз удается снова. И хочу сказать, что я абсолютно ни о чем не жалею. Я хочу, чтобы в России можно было петь смешные песни. Я хочу, чтобы в России можно было иронизировать по любому поводу. И не хочу, чтобы в России заводились уголовные дела за слова буквально. Это всегда была принципиальная моя позиция. Это всегда была принципиальная позиция либертарианцев и либертарианской партии России. И другой нашей принципиальной позицией было всегда было неприятие войны и неприятие терроризма. Поэтому воспринимаю это как просто признание своих заслуг и призываю всех беречь себя, берегите себя, любите Россию. Россия обязательно будет свободной, этот кошмар обязательно закончится. Нет войны.